Доброго времени суток! Я приветствую всех друзей и гостей моего канала. Меня зовут Марина, и я готовлю простые и вкусные блюда из недорогих продуктов. Присоединяйтесь, будем готовить вместе. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в своих любимых соцсетях. А за добрые комментарии большое спасибо! Сегодня мы готовим салат «Мужские слезы». Салат прост в изготовлении. С приготовлением справится любая, даже начинающая хозяйка. Такой салат покорит сердце любого мужчины. Для его приготовления нам понадобится куриная грудка, отварная и порезанная мелко, 250 грамм нужно будет. Морковь по-корейски порезать мелко, тоже 250 грамм. Грибы-шампиньоны, либо вешенки, у меня в моем случае вешенки, тоже нужно будет их порезать, 350 грамм взять. Сыр натереть на терке 150 грамм, 4 отварных яйца, 1 луковицу я порезала, и в уксусе замариновать нужно было, и майонеза 350 грамм. Теперь мы будем салат собирать слоями в салатнике. Первый слой выкладываем куриную грудку. Разравниваем ее. Уплотняем так. Смазываем майонезом. На мясо укладываем лук. Отжимаем от уксуса и выкладываем лук. И также смазываем майонезом. Следующий слой — грибы. Промазываем майонезом. Далее яйца. Также промазываем майонезом. Теперь сверху кладем морковь.
и сверху натертым сыром посыпаем. Убираем в холодильник на полчаса, чтобы он настоялся. Блюдо наше готово. Готовьте, пробуйте. Это несложно, это очень вкусно. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, делитесь в своих любимых соцсетях. Большое спасибо за добрые пожелания. Пока-пока!